ранее в откровениях. Мама дорогая, моя жизнь прекрасна! Эта сука в меня иглой тыкала! Страх запускает вирус. Клэр, лезь на крышу! Видишь? Мы как сестры. О, мой дорогой Грегор, это нечестно. Клэр, девочки нет. Мойра хотела дойти до той башни, когда я была с ней. Барри, там что-то есть. А я тебя жду. Да уж, припарковался что надо. Тут мы расстались. Хороший дядя пришел и забрал меня. Двое вескеров? Где Мойра? Ты что с ней сделала? Закопал ее и остальных под горой страха и отчаяния. Ты убила ее. Надо еще кого-то убить. Идти можешь? Так, ребят, всех приветствую. Ля, мы нашли царапки. Она новый кайф, этот костюм еще подели. Ее называли смотрительницей. Она забрала у меня Мойру. Зачем? Да просто нахрена все это? Извини. Не знаю, нахрена это все? А как мы будем стрелять сейчас? Переродиться как? Из-за вируса? Зачем ей понадобилась моя малышка? Это бессмысленно. Извини, я не могу больше ничего вспомнить. Ох, солнышко, это моя проблема, не твоя. Не волнуйся. Не волнуйся, все хорошо, не парься. Только единственное, как мы с тобой будем стрелять. Барри, все хорошо? Да, все нормально. Да, я... Барри, ты в порядке? Просто вспомнил, как раньше гулял так со своими Мойрой. Полли. Вы были хорошей семьей?
старались ей быть. Мы с Мойрой много ругались, даже когда она выросла. Потому что она материлась? Нет, она материлась, чтобы разозлить меня. Мы отдалились из-за меня. Я плохо справился с ролью отца. Они с Полли играли в доме, а я забыл запереть сейф с оружием. Ну и... Мойра. Произошел несчастный случай. Из-за Мойры? Нет, из-за меня. Я тогда повысил на нее голос и до сих пор не решился признать свою вину. У Полли сейчас все хорошо, слава богу. Но у нас с Мойрой не особо. Мы отдалились друг от друга. Думаю, она еще тебя любит. Ха, мне приятно это слышать. Могу тебе вот что сказать. Ее сохранить я не сумел, но о тебе обязательно позабочусь. Обещаю, что увезу тебя с этого острова. Я знаю. Спасибо, Барри. А нельзя всю игру ее просто пронести и все? Уже не болит. Могу идти. Хорошо, напарник. Потопали. Да, давай, царапка. Так, и шо? Шо мне тут надо делать? Я слышал, что тут кто-то рычал. Кто рычал, я без понятия. Как мы вернемся на поверхность? Наверное, сюда. Наверное, сюда, да? Да все, все, отдыхай, лежи. Че ты вот это начинаешь? Нормально, уже общались с тобой. Если хочешь поработать, ляж поспи, и все пройдет. Ага, 7 потрошков. Здесь все так же опасно. Ты в порядке? Да, а ты? А ты? А ты? А ты, жучок? А ты, жучок? Йо, больно в ноге. Ля, сколько у вас тут роли, ребята, вы не... Вы не обнаглели случайно? Ты чего? Ты чё прикалываешься? Лежи, отдыхай, что ты тут вот начинаешь? Все, минус. Минус, минус. Ага, я калаш вижу. Да, я вижу калаш. И как мне тебя достать? Наверное... Да, сейчас царапка наша должна нам помочь. Ну, а можешь пролезть туда, пожалуйста? Я хочу калаш забрать. Не? Не можешь? Ладно, ладно. И что делать? Я реально хочу калашик. Я хочу себе калашик. Отдай мне его, пожалуйста. Странно. Ладно, побежали. Побежали, побежали. Ага,
это место. Мертвый. Да. Бедняга. Умер в одиночестве. Погоди. Это вещь Мойры. Все нормально. Пойдем. Да, давай, пошли. Я этот остров разнесу нахер. Согласен. У нас нету ничего, да? Ладно, нет, так нету. Но сперва выберемся отсюда. Не убегай, хорошо? Хорошо. Хорошо. Так. Бутылочка, бутылочка. Все, коктейль Молотова есть, да? Отлично. Отлично, пошли. Я так понимаю, нам сюда. Но калаш я так и не забрал. Ну ладно. Здесь можно, в принципе, и с пехалем побегать. Можно и с пехалем побегать, я думаю. Так, сейчас опять головоломки, да? Открути эту штуку, я туда должен забежать. А ты должна мне что-то там помочь, наверное, будешь, да, царапка? Так, сзади этот, как его, зомбак. Да? Спишь? Камушек, камушек. Похоже, шлюз открывается где-то выше. Думаешь? Да я вижу, где шлюз открывается. А как мне туда попасть? Вот это вот что меня интересует. Как мне туда попасть? Ну тут явно никак не спрыгнуть, да? А, может, Наталья должна вот сюда? Да. Царапка, а ну иди сюда. Возможно, надо будет твоя помощь. Возможно, надо будет твоя помощь. Давай посмотрим. Да, вот сюда надо будет. Да-да-да, вижу. Там кто-то есть. Осторожней. Так, отлично. Полезли. Сейчас мы с тобой откроем шлюз. И пойдем дальше. Ой, как красиво у тебя платьечко-то вообще. Мамина ты царапка. Наталья, открой шлюз с той стороны. Да иду, иду. Сейчас, наверное, открою шлюз и начнут зомбаки бежать, да? Убить, Наталья! Так держать! Спишь? Спит. Наталья! Попробуй открыть! Хорошо. Сейчас попробую. Так, а давай ты с падки будешь. Давай ты просто будешь с падки. Так, отстань. Отстань от царапки.
пролезем. 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 Ля, ты какой быстрый. Дон, где стали библиотека? Сейчас давайте залутаемся. Да ляж ты, поспи ты уже. Начинаешь вот это вот мне на нервы действовать. Ууу, мозги. Крушить. Мозги. За монолит. Так, бежим, бежим, бежим. Забрать. Барри, помоги мне здесь. В чем именно? Понял? Спасибо. Пожалуйста. Наталья, шлюз. Сам ты шлюз. Наталья не шлюз. Наталья морская пехота. Или он бы сам бы справился, не надо было помогать ему. Так, место. Лежать. Сидеть. Стоять. Ой. Та ты шо? Та ты шо, какие вы страшные. Все, 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 отдыхай. Просто отдыхай. Я так понимаю, тут опять шлюз надо, да? Или что тут надо? Или что тут надо? Погоди, погоди. Тут там мушка, 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 бушка летает. Тут летает эта невидимая хрень где-то. Где ты? Вот я. Так, побежали. Блин, привык к PUBG на shift. Бег. Здесь так не работают. Да я понял, что ты орешь на меня. Будешь орать, будешь сам бегать здесь открывать. Понял меня? Я понял или не понял? Ой, я даже не буду туда идти, да, даже не интересно, что там находится. Давай, побежали, это мы из люки-буки, будем сейчас дверку открывать. Орёт оно на нас. Ты гляди, что ты себе позволяешь? О, молодец, умничка. Еще чуть-чуть. И мы почти на месте.
Никто тут не проснется. Тю. Что-то я сомневаюсь, что такая маленькая девочка, заржавевшая, вот этот вот кран бы покрутила. Давай, побежали. Где ты? Вот иди. Вот ты где, козюля. Так, давай наверх, молодец. Теперь вниз. И еще чуть-чуть. Все, умничка. Так, ага, что тут у нас? Ура, мы выбрались, да? Где ты? Наталья, попробуй открыть. Ты не видишь, что на нее нападают? Попробуй открыть. Ну попробуй. Скажи, раз такой умный, да? Скажи, раз такой умный, попробуй открой сам. Отлично сработано. Хотя, судя по этим решеткам, там, наверное... Я ведь уже спец по шлюзам. Человек 60. Стой здесь! Хорошо. Иди за мной! Я не могу оставить Наталью. Понял. Так я не прошу ее оставить. Не прошу ее оставить. Побежали. Пахнет як, да? Скажи, вкусно пахнет. А она сможет перепрыгнуть? Или не? А, смогла. Молодец, умничка. Тогда выходим отсюда. Все, пролах был, значит. Итак, мы выбрались. Значит, теперь бежим дальше. Ну да. Вообще, если не хочешь, тебе идти не обязательно. Я с тобой. Я хочу знать правду так же, как и ты. Окей, видимо, тогда пошли. Здесь раньше что-то добывали. Думаю, ряженку, да? Ну, либо йогурт, не знаю. Как думаете, ребят, напишите в комментарии, что добывали, ряженку? Барри, кажется, я что-то вспоминаю. Думаю, эта женщина была где-то внизу. Хорошо. Спустимся и посмотрим, как перебраться. А как мы с тобой? Старая, ага, понял. Старая заплатит за то, что сделала с Мойрой. А до тех пор я с острова не сойду. Я тоже, все. Будем играть, пока не пройдем полностью. И ничто нас не остановит. Кроме отсутствия патрон и кучи монстров. Так, что здесь? Ой, это мне не нравится.
Так, и как отсюда уйти? Будет что-то. Алло, Эра. Эскейп. Эр. Да черт возьми, мы попали. I don't know. Говорится, I don't know. Надеюсь, нам сюда? Или куда? Или сюда? Ну, мы там челика сняли какого-то. Может, нам надо его залутать? Наверх попадем только лифтом. Ну да. Видимо, электричества тут уж совсем нет. Питание, надо да? Сюда аккумуляторы или еще что? Да, ты хорошо придумал. А где я их возьму, по-твоему? Где эти аккумуляторы возьму? Кто-то знает, где аккумуляторы? Я не знаю. Где мне взять эти аккумуляторы? А ты сюда не залезешь? Не? Нет, ты сюда не залезешь. Блин, а можно на мини-карте, типа, обозначить, где там... Это что такое? Ты это видишь? Это что было? Ну тогда я хочу узнать, что это было. Я тоже хочу узнать, что это было. Так, ага, вон аккумулятор, да, наверное? Охренеть, ну и ужас. Меня тошнит. Тихо, все хорошо, зайчик. Видать, местная замена аккумулятора. Правильно я же понимаю, мне надо же сюда его поставить, или нет? Так, хорошо. И шо? А ты? И как мне? Ну, походу, сюда надо поставить эту штуку. И она теперь должна сюда выехать. Только как она должна сюда выехать? Если бы я еще вот это вот знал бы. Наш где-то тут рычаг должен быть. Так, царапка, не мешай, пожалуйста. Так, давай, наверное, мы тебе передадим дымовой порошок. Передать. Забрать. Не-не-не-не-не. Ну и как мне отсюда забрать теперь? Очень интересно. Очень интересно, но ничего не понятно. Так, здесь гора трупов. Здесь у нас ничего нету. Мне надо как-то по этой штуке, я понял, чтобы оно его... Ладно, давай побегаем, не знаю, потом вернемся. Потом вернемся. Ага. И по идее оно сейчас должно выехать. Насколько я понял. Видимо, та машина запускает конвейер. Ну вот. Ну, где мой аккумулятор? Где мой аккумулятор?
А чё ты, а куда ты делся? Ага. Давай, поехал. Во, молодец. А теперь быстро уходим отсюда. Ё-моё. Не знаю. Не знаю. Не трогай царапку, падла. Ты серьезно? Ты гляди, только и можешь маленьких, да, бежать? О, до побочення. Только попробуй мой аккумулятор украсть. Угу. Понял, только попробуй мой аккумулятор сейчас забрать. Так. Где-то видел монстра здесь. Все. До побочения. А теперь нужно. Я потяну, если потащу эту штуку до самого лифта. Ага, 28 патрошков. Дай сам в руки, ну придется нести. Явно ж не царапки это делай, правильно? Сейчас на эту штуку, а там заберем. Так, все, поехали. Уй, а мы не можем, нет, не можем. Хотелось бы тоже так. Уй. Ну все, 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 это я ж пошутил. Да я пошутил, ты чего начинаешь? Да шутит дядя. Отпусти. Реально дядя шутит. Побежали. Побежали за... Ты что, серьезно? Ты проснулся? Проснулся, да, я смотрю. Так, а как мне тебя наверх поднять теперь? Вот это вот хороший вопрос, да? Что это? Что это? Шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо. Что происходит? Нужно одновременно, да, это сделать или что? Ой, а еще тише можно? Я, конечно, все понимаю, но можно еще тише. Все, пошли. Ну правильно, нам же сюда. Других вариантов я здесь не вижу. Так, погоди.
Кто? Кто козел? Погоди, как мне... Как мне это сделать? Мне надо его отнести вот туда. Как я это должен сделать? Я вообще не имею понятия. Так, ну здесь хорошо. Здесь дверка открылась. Так, можно сюда? Нельзя? А может быть надо... Смотри, мы сейчас берем, делаем вот так. Оно аккуратненько. Залазим сюда. Залазим сюда, открываем там дверку. И как-то через дверку можно будет... Да все, закончись, а ты уже. Так. Хорошо, да, да, вот сюда надо будет. Ай-я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 й. Больно в ноге. Все. Теперь открываем здесь сейчас. И заносим. Та ты шо, genius, genius. Ну да, мы бы никак бы не подняли. При всем желании мы бы реально не подняли. Так, а надеюсь, оно сейчас там не упадет, не там, где надо. Я на это надеюсь. Все, поехали. И оно должно сейчас где-то здесь упасть. Вот тут. Да. А дальше куда мне его нести? Ага, наверх, и оно упадет сюда. Понял. Все. Буквально еще пару минуток, и мы справились. Я на это надеюсь, что оно сейчас никуда не уедет. Не туда, куда не надо. Ну, давай, 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 давай. Все, оно сейчас здесь будет, должно упасть. Оно должно сейчас здесь упасть. Просто проверил кое-что. Чпоник. Шикарно, все, мы с тобой справились. Мы с тобой молодцы. Поехали. Ну да, как же ж без... Без монстров, да? Ага. Думаешь? Как ты, зачек, догадалась?
Я так понимаю, еще не все, да? Ну да. Вот не спалось, да, тебе там? Вот не спалось тебе спокойно. Поехали? Давай. Молодец, умничка. Вообще ноль потрошков. Вот сейчас. Ага. Аккуратно. Прям максимально аккуратно. Ну, хоть потрошки дали, и то уже радует. Думаешь? Я умею, попадал бы. Прям как с коряка стреляю. Ай-яй. Можно пройти. Восемь патрушков. Ты не хочешь закончиться, пожалуйста? Спасибо. Это реально было близко. Передай мне, пожалуйста. Спасибо. Сорок восемь. А что ж ты, зайчик, молчала, что у тебя патрушки есть? Ага, здесь тоже надо эта штука. Аккумулятор. Говорится, сегодня, завтра было вчера. Вчера, сегодня было. Будет завтра. Так. Главное, говорится, дожить до утра. Пошли. Ну, ё-моё. Что мне делать с ним? Что мне с ним делать? Скажи, пожалуйста, что мне с тобой делать? У меня патрошков мало. Не хочешь закончиться, не? Восемь штучек. А ну все. Как бы на этом наши полномочия все. Слышь, а ты не хочешь сюда подойти? А подойди ко мне. Давай, подойди ко мне. Ну подойди ко мне, ну подойди. Дойди ко мне. Все, давай. Давай, слоупок. Да я понял. По-другому никак, я с ними тут не справлюсь. Держись, тропка.
Держись, Робка. Побежали. Побежали, побежали, побежали. Пусть идет за нами. Ну, у меня два патрона, что я ему буду делать. И не идут рассказывать. Или как танковать на ИСО там. Теперь уходим отсюда. Идем дальше. Мы эту старую кошелку в угол загоним. Согласен. Тем более, я все равно понимаю, что мы с ним опять в финале встретимся. Далее в откровениях. Вся моя жизнь — прелюдия к моему истинному рождению. Куда бы она ни смылась, мы поймаем ее. Охуительный аварийный выход! Под землей. Думаю, там мы ее и найдем. Время встретит причины наших бед. Ты умрешь, дитя! Бежим, бежим, бежим! Все, что осталось... Это пройти последнее испытание.